Доброго времени суток. С вами Евгений Андреевич, канал «Мне города». Короче, я не знаю, как это делается. Молота у меня нет никакого. Думал, что такое? Думал найти пластиковую трубу, чтобы было помягче. Ну все. Короче, так вот чисто для эксперимента. Я вот палочку взял. Вот я осыпаюсь уже мне. Ну всего надо на момент еще подсушить. Нужно, наверное, штагафорчик стоит. Ну так, знаешь. Как это называется? Эксперимент, я же говорю, жизнь, эксперимента, не жизнь, по жизнь, подсказанному вам какими-то сомнительными людьми, мне интересно, хочется попробовать все самому, проверить, как это работает. Еще раз говорю, никаких молотов и стерпов у меня, конечно, нет. Так, раз. Очищается. Надо что-то придумать какое-то. Ну, я придумаю обязательно. Так, если мы вот так вот сейчас возьмем. О! Кому нужны отруби приходить? Сейчас мы вам. Отрубей на сути. Короче. Батон на крышу. Вот я. Помолотил. У меня получилась вот такая вот штука. Теперь осталось, наверное, через ветер все пропустить, чтобы шелуха вся ушла, а зерно осталось. Я так смотрю, что зерна-то так не так уж много. Ну вот оно зерно, вот пшеничка, вот овесик. Вот такие дела, ребят. Все. Вручную все работает. Без всяких комбайнов. Ой. Ну, конечно, что надо делать столько зерна, чтобы кормить свое хозяйство или хотя бы печь свой хлеб. Нужно много-много посадить. Много-много собрать. Много-много промолотить. И тогда будет прикольно. Еще раз говорю, что это первый опыт моей жизни выращивания пшенички. А выращивать ее, собирать просто, садить просто, выращивать. А вот собирать... Это ж сложнее. Но вот это еще сложнее. А могу делать. Я этих процессов даже не знаю. Раньше на кругах каменных мололи зерно. Или мельницах. Ну, такого опыта у меня вообще нет. То есть я даже не видел, как это происходит.
Вот. Ну, вот вместе с отрубями получилась такая небольшая штучка. Ну, там видно зерно, я надеюсь, вам будет в разбить и овес, и пшеницу.